каждый старается, иншаллах, хорошим мнением и от меня. Ну, все равно, да, все равно. Все равно. Актуально сейчас помогать именно вот? Конечно, конечно. Особенно активный. Потому что многие талибы ильмы, вот даже у нас, уже медину сколько у нас закончили? Где они? Никого нету. Мало, очень, очень мало. Кто говорит, очень мало. Вот возьму Майита, да. Кто даже среди них? Только там Адель, Мадель, там Зирсибель, там 3-4 штука. Все. Остальные где? Нету, вообще не говорят. Это проблема. Это проблема. Но. Я сторонник, что талиб аль-ильма самого был бизнес. Своя торговля. Что он не нуждался другим. А это хорошо, с одной стороны. Конечно, талиб аль-ильм какой-то организации отношений не должен быть. Фонды нет. Какой фонды? Не надо. Талиб аль-ильм не должен каким фондом отношения или джамият и так далее. Понятно, он должен быть отдельный. Независимый. Независимый. Ну, чтобы независимый был, финансовый, конечно, он женатый, дети есть. Надо, мы если говорим, нет, сиди днем, ночью, изучай, ну, хорошо, давать, хорошо. А кто его будет кормить? Кто его? Даже деньги за свет, за газ. Поэтому. Я сторонник, что каждый талиб был свой бизнес. Просто хорошо помочь, вот что-то вот сделать, что у них был бизнес, что отдельно у них был доход, что они не нуждались, кроме Аллаха, никому. Насчет финансовой. Тогда отлично. У него идет дават, у него есть свободное время, он может писать книги, он может читать, потому что обязательно надо читать. Обязательно актуальный. Даже если любую книгу ты читаешь, через год, два, три, ты нуждаешься, четыре, нуждаешься обратно идти эту книгу опять почитать. Особенно, если ты не используешь его даваты. Вот те братья, которые мало от них спрашивают, они нуждаются всегда читать. Потому что, когда на меня спрашивают, я повторяю. Я забываю мало. А представь, если много не спрашивается этих людей, они забывают больше. Поэтому элим так. Любой вещь так. Если с этим не занимаешься, забываешь. Как Шааби говорит, то, что я от элима забыл, если кто знал бы, он был большим ученым. То, что он забыл. Рахим Аллах.